так, вот такая ситуация у нас сейчас. Я еду в поезде в Москву лететь на работу в Турцию, в Пегас. И поступает новость, мне письмо, вот когда интернет появляется, письмо пришло от работодателя, что... Да и друзья пишут, что Россия с 15 апреля закрывает авиасообщение с Турцией, и мои вылеты аннулированы тогда. И мы сейчас с Аней приняли решение, хотя работодатель мне говорит сидеть дома, я у них уточнил, но мы с Аней приняли решение, что мы ищем сейчас любой рейс, любые рейсы на завтра также из Москвы, и я вылетаю в Турцию, мы будем снимать жилье, ждать тренингов, ждать июня, когда откроются границы. Будем ждать в Турции, в общем. Ребят, сейчас происходит настоящий экшен, потому что туроператор отменил наши билеты, и я не могу лететь в Турцию. А Аня находится там. У меня интернет в поезде пропадает, я на полпути в Москву, и получается, что мне нужно возвращаться уже домой, обратно в Самару. Хотя я потратился уже на поезд, потратился на тест. Тест у меня действует до 14 числа, то есть завтра я еще могу попытаться улететь. Кое-как Аня из Турции, находясь в Турции, забронировала мне билет Победой. Вот, и завтра я все-таки попытаюсь улететь в 11 часов. Вот такой экшен, хотя мне, видите, работодатель сказал мне не лететь, оставаться дома, но я все равно полечу, потому что, я думаю, жилье мы там найдем пока, и через 2 месяца будем там просто находиться. Итак, сейчас я приехал в Москву, задача добраться до Киевского вокзала, там ходит аэроэкспресс до Внуково. Оттуда я буду вылетать Победой, надеюсь, рейс не отменят. Вот. Еще нужно купить подарочек Ахмаду, я ему обещал. Национальный русский напиток один. Вот. Так что, и самое главное, распечатать тест нужно. Распечатать тест и найти где-то это, или здесь на вокзале, или в аэропорту. Буду искать. Все готово, я распечатал свой тест. Наконец-то теперь вот такой копировальный центр. Теперь можно идти в метро и ехать на Киевский вокзал. Thank you.
посадку. Это очень тяжелый день был. И осталось решить вопрос с трансфером из Анталии до Алании. Не знаю, что делать, буду наконец-то. Ахмат, спасибо тебе, я заказал трансфер 724 прям до Дивапарт, где мы жили. И все, теперь можно наслаждаться поездкой. Погода прекрасная, настроение тоже намного лучше стало. Вот такой вот у нас трансфер. Все, кто едут в Турцию, в какой-либо регион, рекомендую трансфер 724, цена до Алании 55 лир. Честно, мне не хватает еще 5 лир, я не знаю, что делать. Наверное, буду просить прям пару секунд, чтобы подождали как-то. Привет, вот я наконец-то приехал в Дивапарт. Ахмат меня ждал. Очень огромное ему спасибо. Заказал трансфер из Анталии на мое имя, прям из аэропорта. Вот, угостил кофе. Настоящий турецкий кофе. И вот я в офисе. И, к сожалению, конечно, остановиться здесь на несколько ночей мне пока жду Аню с курсов. Ну, далековато, потому что это стоит 150 лир, 1500 за ночь и без завтрака. Я забронировал за 1900, вернее, Ахмат помог мне забронировать отель. Недалеко отсюда, тоже 300 метров, нехир отель. Вот, 1900 рублей, 1800 даже с завтраками на две ночи. Класс. Вот, и я как соскучился в турецком кофе. Все, я добрался. Время сейчас без 15:07 вечера. Я, по сути, был сутки в дороге, сутки и еще 4 часа я был в дороге. Ничего не ел весь день, один сникерс, съел банан. Поэтому сейчас буду отдыхать, приходить в себя, куча сообщений с телефона разбирать. Вот такой вот путь у нас, побег из России получился. И всем пока, подписывайтесь.